А он собаки тоже как-то залаял. Да, кстати, собаки такая. Не, ну вот гляди, вот, а вот говорят, что он балбес. Какой же он балбес? Ты возьми любую собаку и покажи ей, такую, ну вот эту самую дворняжку. Это, ну что, она так обратит внимание, это ответит, гляди, как он. Сало, смотрите, приносится. Значит, здесь медвежатина и лосина. Лосина? Лосина. Сало принесла. А сало мы будем рис. Когда ну, ты же сейчас уже рис готовишь? Не, я вот сейчас... и сало. Сало медведя. Да. А какие еще ингредиенты, Аркадий Александрович, добавляются? Ну, не, ну практически так. Давай его вот так положу, чтобы собака не... Самое главное, это хорошее мясо. Должно быть свеженьким. Добытым. И, да, да, и должно быть много его вообще. Не жалеть мясо. Да, ну как это? Не жалейте заварки. Не жалейте заварки. Хорошо, это... Так, это вы рассказываете технологии. Технология простая. Наливай и пей. Главное, чтобы дыму побольше. Если не наливать, получится? Нет, наливать нельзя. Обязательно нужно. Готовишь. Ну, во-первых, и... было 2 часа затрачено на приготовление казана. Ну, казан, ну, он новый. Да, это... Конечно. Надо было его здесь. Специфика приготовления казана какая? Ну, обкаливаешь, то есть нагреваешь, моешь, а потом маслом, маслом. Шкуришь. Воронишь, да. Ну, вот я отшкурил, потому что... Воронение. Расскажите, Аркадий Александрович, про воронение. Ну, было. И потом намаслится его... Воронишь. Зато видишь, цвет такой вот золотистый получается у стенок. Камера, к сожалению, не передаст запах. Передаст. Специи должны сейчас пропитаться, а это должно сейчас минут 5-7 побурлить мясо в специях. Да. А потом потом. Какой вместительный казан. А? Вместительный казан. Да не, ну... Сейчас туда льешь, и все помещается. 5-литровый. 6. Я думал, что он больше, чем 6, а потом это поглядел. Не, ну вот так на компанию нормально, но вот я, допустим, готовлю, у меня, наверное, 8-литровый. Это еще на неделю остается на даче. Что дальше? Это удобно. Удобно. Полдня повозишься, потом 3 дня кушаешь. Неделю. Ну, риса, слушай, если мы высыпем 2 пачки, у нас разопрет его, крышку поднимет. Одну? Одну. Полторы. Зачем? Давайте одну. Ты болезненно будешь? Мясо проверенное. И этими самыми, и врачами, и всем, ну, в смысле, этими самыми. Как? Один раз живем, съедим. Он сейчас не уместится сюда. Да. Плова много не бывает. Нет, почему? Это очень мало. Нет, это совсем мало. Очень мало. Нет, это мало. Нет. Мы с Олегом возил с собой в дороге погрызть. Боюсь, что это исключит. Рога по груди, чувак. Мастером не догрызанные. С Нитеревым, с Вайшнепами. С пивом. Рога с пивом. Мастером недогрызанные рога. Чесночок и убираю. А, чесночок нужно втыкать прям туда, да? Чего убираем? Закрываем крышкой? Если в гости прийти с рогами, не подарить рога. Крышкой. Как это воспринимается? 5 пакетик. А чеснок? Папа.
открою, то есть сниму чеснок на соль и крышку накрою. А сало? А сало в какой момент? А вот сейчас, когда чеснок и сверху сало. Mm-hmm. И рис остается в сале. Да. Вот это рецептура. Не знаю, что это? Не все. Не, ну только сало должно быть медвежьим. Обычным салом лучше не портить. Ну, это народная традиционная узбекская кухня. Медвежье сало. Ну да. Лёх, ты его со всех ракурсов уже снял, по-моему. Да. Просто туда дым идет. Просто идет. Так. Сейчас чеснок и сало. Медведь какого веса был? 300 кг? Ну, он был 2 метра 15 сантиметров. А какого веса? Ну, сало видел там в ладони. Вот. Да там одного сала килограммов 150 было, Лёх. На кашке я когда загрузил его, этот самый, мясо уже, он так присел, то есть наполовину. Испугался медведь все-таки. О! Так. Тебе что, завтра ответственный день, что ли? Нет, а потренироваться надо. Да. Я же не могу без тебе тренировки. Зачем тебе тренироваться, если ты без тренировки попадаешь, блин, в сороку? Там пить нельзя. Не буду тренироваться. И крышкой вот сюда на капельку его поставлю. Так, может, что-то там подкинуть надо? А, что-то бурлит. Ну, нет, сейчас он пришел. Пойдет. А крышка-то есть? А, крышка. Ага. Старый какой-то телогрейка. Так, а он сейчас будет стоять, да? Да, все. Как все? Все, готов? Готов. 20 минут ждем. А, я-то думал... И рис за 20 минут приготовится? Да. Серьезно? Да. Не, я-то думал... Рис готовится вообще. 10 минут кипятишь. А он разве вот в таком состоянии не должен стоять? В таком состоянии? Да. 10 минут. Кипятишь, и после этого он стоит еще минут 15-20, и все. Он готов. Блин, ничего себе. Брали угли, чтоб томился. Сейчас мы туда. Я вас уверяю, что будет. Ой, а сало еще не готово. Сало готово. Сало не готово. Ну-ка, идем. Водички? Водички. А специи-то у вас были для плова? О, да смотри, сколько специй. Я не вижу. А он весь, видишь, какой весь в специях. Не видно? Сейчас я поставлю его, наверное. Ага, я сюда на уголечке. Вот. О, дойдет сейчас. Ну-ка, сейчас посмотрим, как. Пусть доходит. Закрывай о крышечкой. О, да, криво уже стоит, сейчас потечет. Вот в ту сторону чуть наклонить. Угу. Надо. Почему? Хорошо стоит. Ну, потечет. Угу. Ага, вот. Ой. Вот каша. Он золотил. Да. Ну, рис еще и рис совсем маленький. Ух, ох, ничего себе. Уже да. Давай водички чуть-чуть добавим. Нет, это все. Вы там сало столько, что водичка не нужна, мне кажется. Нет, рис наш был. Да вон да там. Да он будет нормально, все уже. Прописал. Разбух, разбух. Да, да. Ты даже не представляешь. Ты, Дим, ты ни хрена не понимаешь. Вот ты как ты, вот, за, вот просто подумай, да? Можно развивать футбол, например, весь Невский, если бы здесь не было стадиона футбольного.
Слушай, ну тарелки, мне кажется, один ты маленький дала. Правильно, нельзя. Нельзя развивать 3D, если нет 3D поляны. Так. Первую очередную. А, съемка идет. А, идет съемка. Тогда я промолчу. Ни хрена в этом не понимаете. Смотри, что, Пега. Слушай, риса, а риса получилось один. Много. Хорошо. Ну, я тебе говорила, что риса будет много. А мясо упарилось. Плова много не бывает. Классно. Сейчас, стоп. Вот это размер. Вот это размах. Да. Да, я, наверное, погорячилась с маленькими тарелочками. Да, да, да. Что тарелочки такие вот. Какие? Под пиццу 37 сантиметров. Да. И внизу не подгорело, слава богу. Да. Вот что боялся, что... Вот как должно может... быть, да? Прям вот он. Запах такой. Мне надо срочно сбрасывать его. Ходите. Какой приятный. Да. О, кубики, кубики. Кубики нет? А давай татуировку сделаем кубики. Валер, он снимается. Правильно, что? Без судака. То есть я с двумя еду. А? Попробуй плов-то. Так. Это Аркаша. У него тебе вот. Очень вкусный плов. От края до края. Ну вот вкус действительно есть какой-то такой. Какой? Ну что-то. Вроде то, вроде нет. Да. Вероятно. Вероятно, все-таки вот это салон лежачий. Пожалуйста. Еще двигаться? Да. Так. Че? Ну, нет, ну, то есть, ну, как вкус или привкус? То есть, что такое? Ну, чувствуется, что увеличили, да? Да. От края до края.